состав Интера и ориентируюсь. Эту замену в срочном порядке произвел главный тренер. Судейская бригада, вот он самый главный. Франк де Блейкере. Я своими некоторыми дел раз в глазах многих. Официальный делегат Европейского Союза развивает Барселона. Но здорово, здорово играет Педро. Справа играет мелким пасом. И тут же неожиданная передача с мячом Камбьясо. Перевод на правый фланг. Сейчас будет, может быть, даже и удаление. И удаление. Тиаго Мотта. Доигрался. Доигрался. Тиаго. Ну-ка. Будет удар по воротам. Ой, какое осуждение, как хорошо Месси, Арчики, это Месси. Вот вам подтверждение того самого. Я отдать некому, то я готов. И вот он врывается в штрафную. Будет, естественно, нагружать оборону Интера. Итак, второй тайм начался. Удар по воротам в ближний угол. Опять-таки мы уже по Гави, поперек. Месси смотрит по диагонали. Да, ребят, поклонники Интера, марш быстренько за свечкой. Из... Волшебник пасует Хави. Хави и Пике. Пике забивает. Итак, 3-2. Надо на таком простом финте двоих сразу второй мяч. Центральный защитник поймал на Хефрена. Хефрен слева дает Хави. Хави бьет по воротам. Сезар отбивает. Сложился очень неловко, скажу честно, за результат. Месси готовится ударить по воротам. Бьет прямо в руки. С обязательным. Станет потихонечку. Сезар тот сейчас полежит. Красавец левой стороны. И никуда не уходить. Итак. Тут и добавил арбитр. Вот это будет номер. Вот опасный момент. Удар, гол. 2-0. Мяч на центр. Подожди секундочку, что-то там не так. Что-то не так. Судья подходит и беседует. В финале. Учебно-показательный матч. Двух так. Значит, и еще было время больше. Но вот так опыт.